Это проблема, которая имеет уже очень давнюю историю. Конечно, из нее выход нелегкий, я должен сказать. Из межэтнические конфликты, которые задевают два государства, всегда нелегкий. Даже в одном государстве, вы знаете, если возникает межэтнический конфликт, разрешить его очень трудно, очень трудно. Это требует огромных усилий, созидательных усилий. Вот. А тут речь идет о противоречиях между двумя государствами. Поэтому выход, простого выхода, конечно, нет. Но я думаю, что все-таки, конечно, было бы замечательно, если бы этот конфликт был разрешен на мирных путях, вот, причем при посредничестве России. Вот здесь как раз Россия имеет влияние и на ту, и на другую стороны. Вот. И при посредничестве России это, конечно, был бы очень важный актив в пользу России, если бы России удалось сыграть такую созидательную, решающую, ключевую роль и найти выход из этой ситуации, который бы устраивал обе страны, причем на мирной основе.